президент международной боксерской организации IBO. Эд Левайн заявил, что мексиканец Сауль Альварес не получит пояс чемпиона мира по версии IBO, несмотря на то, что победил в титульном бою казахстанца Геннадия Головкина, который теперь может провести бой за вакантный титул. Альварес действительно не получит титул по версии IBO. Мы не смогли прийти к санкционному соглашению с ним, вакантный титул будет разыгран между двумя имеющимися претендентами, в том числе это может быть и Головкин, который определенно займет первое место в рейтинге в этом дивизионе, сказал Левайн. Напомним, что Головкин завоевал этот титул в бою с американцем Лахуаном Саймоном 9 декабря 2011 года, тогда казахстанец нокаутировал соперника уже в первом раунде. Титул IBO до этого был вакантным, после этого казахстанский боксер владел титулом IBO 7 лет, проведя 17 успешных защит. Лишился Головкин данного титула во втором поединке с Альваресом, который прошел 16 сентября в Лас-Вегасе. Также он потерял титулы WBA и WBC. После боя выяснилось, что Альварес не согласился заплатить IBO санкционный взнос перед встречей с Головкиным, таким образом титул организации стал вакантным. Стоит отметить, что титул IBO считается наименее престижным из основных версий, например, для звания абсолютного чемпиона мира достаточно поясов WBC, WBA, Super, WBO и IBF.